Ну а Черкасск нуждается в экстренной генеральной уборке. Проблема нынешней осенью в прямом смысле стала кричащей. Гербарий из осенней листвы устилает центр города, жилые кварталы, проезжую часть улиц. На стихийном митинге по поводу приезда в Новочеркасск высокого областного руководства местные жители докладывают, здесь все запущено. Уборщиков не видели давно, что там листопад. Контейнеры для бытовых отходов давно переполнены, растут стихийные свалки. 2 недели назад я посещал этот город, объехал территорию. Но вот, к сожалению, там... Хотя было отрапортовано, что свалки ликвидированы, то есть остается очень большое количество несанкционированных свалок. Правительство области командирует в Новочеркасск своих представителей, как в горячую коммунальную точку. Несколько дней назад с муниципалитетом разбирались по поводу срыва отопительной кампании. Комиссия областного ЖКХ не успела озвучить выводы проверки, как население просигнализировало об антисанитарном состоянии города. Владельцы частных подворий складируют мусор у собственных ворот в надежде, что специалисты отдела подочистки вновь объявятся на их улице. До чего дошло, что у нас основные жители на мусорках – это мыши, крысы и собаки. Мусорницы стоят по неделе, более две и три, кому сколько понравится. Позвонила в администрацию, говорю, вот такие проблемы. Мне говорят, за это мы не отвечаем, Я спрашиваю, за что же вы отвечаете? Мне говорят, ни за что не отвечаем. Я говорю, зачем вы на работу ходите, штаны просиживать? И таким ласковым женским голосом объясняет. Да, мы ходим на работу просиживать штаны. Муниципальному руководству пока объявлен выговор. Кое-кто из больших муниципальных служащих заплатил штраф. Когда недовольство граждан достигнет критической массы, область сделает весьма строгие оргвыводы, вплоть до отставок городского начальства. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Южный регион Инфо.